Пакуль на поўдні вобласці рыхтуюцца адзначыць дажынкі, на поўначы уборачныя ў самай актыўнай фазе. Так, у Крупскім раёне на сёння апрацавана прыкладна палова плошчаў. Сёлета там зрабілі акцэнт на пшаніцу, трыцікале і ячмень. Усяго намалочана амаль 17 тысяч тонн збожжа. На дапамогу аграрыям адправіліся экіпажы са Слуцкага раёна. На палеткі выйшлі 10 дадатковых адзінак тэхнікі. Александра Кавеліч убачыла, як расце агульны каравай. Давай пойдем поливать огурочки. Идем? Да. А где у нас огурочки? Там. Вести свою господарку маленький Артем учится с самого дятинства. Трехгодовый малыш уважливо слухает кожную параду от таты. Дмитрий Шалбанов про працу на земле ведает не по чутках. Шмадетный батька уже 5-е лето проводит за рулем комбайна. Отец у меня был комбайнером, я пошел по его стопам. Вот поэтому мы... Так и продолжаем дальше себе дела. Убираем хлеб, надо как-то работать, работать, работать. Невеликая пауза на техничный огляд. Экипаж зладжено працую у команде. Дмитрий охотно передает веды помощнику. Тем более, что у Вадима Макаревича сёлета полевый дебют. Ну, работаем без поломок почти. Смотрим за техникой, чтобы всегда была исправна, работала все. Где-то в 9 начинаем уже убирать хлеб. Ну и до вечера, до 10 работаем. Только на этом поле золотые колосы жнуть одразу 10 машин. У Крупском районе покуля працавана полова площадь. На допомогу коллегам отправились и экипажи со Слуцкого района. Сбор урожая тут стартует минимум на тыдень позднее. Покуль на поудне в области уборку завершают, тут праца как раз набирает хуткость. Только у этой господарцы, что день до агульного каравая, надают каля 40 тонн сбожжа. Літаральна у режиме нон-стоп машины с новым урожаем отправляются на зерне-сушильный комплекс. Тут процесс полностью автоматизованный. В настоящий момент мы находимся в операторской зерносушильной комплексе «Пектус». Все усовершенствовано при теперешних технологиях. Задаем влажность, проходящую с поля, задаем, которую нам нужно, и получаем уже готовую продукцию. А вот ячмень, пожалуйста, 18 пришло, 13 мы положено. Время покоя. Через 51 секунду будет готовая продукция у нас. Завершить уборку хлеба у Крупском районе плануют простый день. Зараз опрацовывать палетки с пшеницей, трытикали и ячменем. В ближайшие дни приступят до обмолоту ауса. Покуль на полночи, он еще не готовый до жнива. Александра Кавелич, Андрей Христин, агентство «Теленовин».